Всем привет, дамы и господа, с вами вновь Александр. И сегодня я вам расскажу о новиночке 2020 года от компании Recaro. Моделька у нас называется Avan. Это люлька, как вы успели заметить. Она предназначена для перевозки детей с 40 сантиметров до 83 сантиметров. Ну, приблизительно, максимально до 15 месяцев. Ну, с рождения, естественно, с роддома вы забираете в люльке и используете ее вот весь этот период. Сегодня мы с вами ее разберем, посмотрим, что она из себя представляет. В первую очередь давайте об безопасности поговорим, потому что мы для этого и покупаем автокресло, чтобы сохранить наших детей в ДТП, не дай бог. И, кстати, еще один момент по безопасности. Очень много людей, как я вот из своей практики заметил, говорят, зачем мне покупать люльку на такой маленький период за такие большие деньги. Но хочу заметить, ребенок новорожденный самый хрупкий, самый уязвимый. Поэтому именно в первый год его жизни нужно дать ему максимальный уровень безопасности, на который вы можете себе позволить. Поэтому здесь вот ошибочное, на мой взгляд, мнение покупать какие-то дешевые, а то и бэушные люльки, чтобы вот этот первый год типа сэкономить. Не знаю, на детях, я считаю, нельзя экономить, поэтому вот что-то подобное и нужно покупать. Вот, что касается безопасности, вернемся к люльке. Она соответствует стандарту S129, это iSize. Новый стандарт, который сильно увеличил планку требований перевозки детей в автомобиле, к безопасности их перевозки. И здесь все с этим в порядке, ребенка можно доверять. Кстати, что касается еще дополнительных систем безопасности, здесь есть система Advanced Side Protection, называется, которая вот сбоку, она встроенная здесь. Она гасит энергию удара при боковых ДТП, потому что ДТП же не только лобовые. По статистике и боковых тоже много там дурачков летает, сбоку кто-нибудь прилетел. Здесь эта система гасит энергию удара, чтобы на ребенка меньше это все переходило. Поэтому вот такой интересный момент. Ну, естественно, сам каркас здесь эту роль играет, и поглощающие все слои. В общем, с безопасностью я к тому, что здесь все очень хорошо. Теперь давайте поговорим о комфорте, потому что здесь сделано настолько много для того, чтобы ребенку было хорошо. Давайте по порядку. Начнем с того, что ткань используется здесь очень качественная, действительно премиального качества, дышащая. Здесь, кстати, каркас имеет вентиляционное отверстие, вся средняя часть, где спинка ребенка находится, тоже вся в сеточку. Здесь циркулирует воздух, создавая такой микроклимат, чтобы ребенка спинка не потела. Вот. Здесь, кстати, тоже от солнышка козыречек есть, защита от ультрафиолета, тоже немаловажный момент. В первые месяцы жизни ребенка здесь есть вот такой вот анатомический специальный вкладыш, который делает положение спинки поясницы ребенка правильной. Пока месяца, не знаю, обычно до 3-4 вот его используют. Дальше уже смотрим по пространству, как ребенку, он нужен, не нужен, хватает ли пространства. Ездим, пока он не мешает. Потом вот он не нужен, мы его убираем. У нас здесь появляется куча места для ребенка. Вот, и тем самым мы ездим дальше. Вот. Кстати, еще по поводу ремней. Здесь интересная система используется. Hero – это фирменная запатентованная система, которая предотвращает ремни от скручивания и проскальзывания ребенка. Ремни, кстати, вот крепление ремней, оно тоже не металлическое. И тем самым, когда жарко, например, на улице, через солнце, через стекло нагрелось, ребенок не обожжет ручки, да и вам тоже это дискомфорта не доставит. И само крепление ремня тоже постоянно возвращается в исходное положение, чтобы крепить ребенка нам было легче. Ремни, кстати, соединены с подголовником. Вот. В общем, с комфортом, положением ребенка здесь все очень-очень достойно. Вот действительно, мы уже много люлек мерили, здесь много места, надолго его хватает и безопасно, самое главное. Кстати, по ткани вернусь. Ткань можно, по уходу ткани я имею в виду, можно снимать, стирать в машинке там до 30 градусов, щадящую стирочку использовать. И тем самым оно, материал, я имею в виду, он не сядет, и спокойно вы это все обратно оденете. Так, еще по креплению давайте поговорим. Эту люльку можно приобретать как с базой Isofix, так и
просто люльку. Так, если без базы, естественно, вы сэкономите. Но в этот процесс установки вы будете каждый раз проводить ремнем. Я вам сейчас покажу, как это крепится. Но преимущество с базой покупки в чем? Во-первых, жестче становится, жесткое крепление к кузову. Мы повышаем уровень безопасности тем самым. Но здесь еще есть момент, когда вы, ребенок вырос из люльки, мы убираем эту люльку и ставим следующую модельку. Рекар продолжает тем самым пользоваться той же базой. Мы таким образом экономим денежки и получаем максимальный уровень безопасности, потому что у Рекара с этим все хорошо, вплоть до там до 4, грубо говоря, лет. Поэтому имейте в виду. Ладно, давайте посмотрим, как люлечка сюда устанавливается, потому что этот момент очень важный. Разворачиваем ее против хода. Люлька исключительно против хода устанавливается, тут без вариантов. Можно ставить вперед, но не забываем про подушку безопасности. Ее нужно обязательно выключить. Так, смотрим, как ее устанавливать. Поставили. Максимально, повторюсь, вытаскиваем ремень. Пропускаем его, здесь зеленый направляющий, пропускаем его здесь. Все. Здесь тоже пропускаем ремешок здесь. А вот с базой ZFX один щелчок и едем. Вот этим вот делом не страдаем. Все, здесь мы установили, потом берем ремешок, вот сюда пропускаем, вот отсюда вам виднее, здесь специальный направляющий с фиксатором, чтобы ремешок никуда не делся. Все вот так вот сделали, и после чего нам нужно люлечку, вот как будто мы ее хотим вывернуть, да, вот таким вот образом проворачиваем, вот, и можно, собственно, ехать. Натягивать люльку обязательно нужно. Я бы даже, наверное, ее еще чуть-чуть больше натянул. Вот. Вот так вот, наверное. Максимально, чтобы ремень был натянут со всех сторон, как струна. Это очень важный момент, потому что если все это будет расхлябано, люлька может лишние движения совершать. Это нам ни к чему. Можно купить, кстати, дополнительно специальный валик, который подсовывается вот здесь под люльку, не давая ей возможности опуститься. И тем самым у нас никогда не будет расслабляться ремень. Она всегда будет в натянутом положении. Поэтому вот как-то так. Отстегиваем. Я думаю, поэтапность вы запомнили, крепление. Здесь вообще ничего сложного. Просто с базой ZFX гораздо это все делается легче. Вот, собственно, и все. Если база ZFX, просто защелкиваем и все. И, кстати, здесь ручка у нас есть с возможностью здесь использовать ее как для переноски, так и если она не нужна, ее можно убрать в сторону, чтобы она вам не мешала. Но обычно ее все оставляют, потому что за нее берем и переносим ребенка. Вот, собственно, всю информацию, что хотел вам донести, я донес. Как по мне, очень интересный продукт, максимально качественный в деталях. Вот если ее всю смотреть, щупать, придраться очень сложно. Максимум, как по мне, еще что можно придумать для комфорта ребенка, я не знаю. Здесь все для этого сделано. Вот, по безопасности все хорошо. Поэтому почему бы мне ее вам не рекомендовать для выбора? Если есть возможность у вас приехать в магазин с младенчиком вашим, обязательно можете примерить в разных люльках и убедиться в тех словах, которые я сейчас в обзоре вам сказал. Здесь действительно очень комфортное положение ребенка, много места, а самое главное еще и безопасно. Поэтому обязательно не пропускайте мимо эту люльку, изучайте, смотрите. Вот. Я хочу лишь в свою очередь пожелать вам хорошего, грамотного выбора люлечки для вашего ребенка. И всего доброго вам. До свидания.